На склад Ульяновской государственной аптеки завезли крупную партию вакцины препарата «Спутник Ви». Это 17 тысяч доз. Вакцина помещена в специальный термоконтейнер, где соблюдается нужная температура от минус 18 и ниже. Поэтому выгрузка проходит быстро. Работники склада фиксируют время и температуры на момент прибытия. Если вакцина хранилась при большей температуре, использовать ее опасно. Внутри специальные датчики стоят, вот такие вот, да, термоиндикаторы. Там внутри датчики, они записывают температуру все это время. И вот мы на момент приемки видим, какая температура. Все у нас хорошо, мы распечатываем, потом прикладываем к товару накладную. В случае каких-то проверок у нас вся информация имеется. По словам фармацевта, привезенная вакцина полностью соответствует нормам. В термокомнате, куда поступают боксы, вакцину маркируют и убирают в холодильник, а после препарат доставляют в центр вакцинации. Напомним, ранее в Ульяновскую область было передано 6500 доз препарата «Спутник Ви». Массовая вакцинация против коронавируса началась в январе этого года. Она состоит из двух этапов с интервалом введения в 21 день. На данный момент привилось около 6000 человек. 800 из них уже получили второй компонент. Анна Тищенко, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.